Портативный кондиционер Zero Breeze – это устройство все в одном, которое обеспечит максимальный комфорт во время туристических поездок, пикников и в кемпинге. В его конфигурацию входит емкий аккумулятор 40 ампер в час, которого хватит на 5 часов кондиционирования палатки. Кроме того, модель имеет возможность зарядки внешних мобильных устройств и включает в конфигурацию акустическую беспроводную систему и фонарь. Zero Breeze использует роторную систему охлаждения с использованием экологичного хладагента, который не оказывает разрушительного воздействия на озоновый слой планеты. Система является закрытой, поэтому хладагент не требуется постоянно добавлять или обновлять. Сообщается, что мощности системы хватит на поддержание прохладного климата в помещении площадью до 5 квадратных метров. При необходимости он может довести температуру воздуха внутри палатки до плюс 7 градусов по Цельсию. Портативный кондиционер оборудован встроенным Bluetooth, динамиком на 3 Вт, двумя USB-портами и светодиодным кольцом-фонарем на 250 люмен вокруг вентилятора. Стоит отметить, что кондиционер не так уж и тяжел для своего функционала. Его масса составляет 4 килограмма. Стоимость устройства по предзаказу составит $349. FanSense. Парковочные радары и камеры заднего вида помогают водителям предотвратить появление вмятин и царапин при парковке или даже избежать несчастного случая. Однако подобными устройствами в основном оснащены только новые автомобили. Специальная рамка для номерного знака FanSense изменит это. Набор FanSense не требует никаких проводов или внешнего источника питания, так как подключается беспроводным путем к смартфону и работает от встроенной батареи, которой хватит на 5 месяцев. FanSense оборудована 4 ультразвуковыми сенсорами, которые покрывают зону всей задней части автомобиля. Система имеет радиус действия около 3 метров и защищена от влаги и пыли. Вся информация о том, что происходит сзади, передается в виде обычной комбинации гудков сигналов и визуального дисплея на мобильном устройстве, где отображается расстояние от автомобиля до других объектов. Также есть сигналы вибрации, если вы забыли достать ваш телефон из кармана. Стоимость FanSense составляет $150. TrainerBot. Это первый в мире умный робот, который может играть с вами в настольный теннис в любое время и в любом месте. Вы можете запрограммировать робота на специальные выстрелы и отточить свое мастерство, а также моделировать игры через приложение. Некоторые партнеры в теннисе слишком сильные и непобедимые. Другие все еще учатся, и с ними неинтересно играть. Другие хорошо подходят друг другу, но они не всегда рядом.
С появлением TrainerBot все изменится, и у вас всегда будет партнер для игры в настольный теннис. Робот вмещает 30 мячиков, имеет небольшой вес 1 кг 200 граммов и небольшие размеры, поэтому его легко можно положить в рюкзак и принести к игровому столу. TrainerBot может делать выстрелы с любой точки стола по запрограммированной траектории. Также можно выбрать любой вид закрутки мяча. Для начала игры необходимо лишь установить в нужное место TrainerBot и подключить к источнику питания. Затем открыть приложение на смартфоне, дождаться автоматического подключения робота через Bluetooth и приступить к игре. Стоимость робота составляет $329. Арен. Примерно четверть взрослых людей во сне постоянно храпит. Это не только раздражает тех, кто спит рядом, а еще и вредно для самих храпящих. Храп чреват нарушениями сна и дыхания, в том числе сонным апноэ, то есть временными остановками дыхания. Устройство Арен — это миниатюрный аппарат, который помогает поддерживать дыхательные пути открытыми во время сна. В отличие от обычных масок и громоздких аппаратов, Арен обеспечивает комфорт и мобильность. Арен выпускает потоки воздуха в трахею владельца, предотвращая ее сжатие. Так храп просто не возникает. Оно крепится в носу с помощью двух силиконовых вставок и работает на сверхлегких батарейках. Flow Motion One. Стартап Flow Motion Technologies представил стабилизатор для смартфона под названием Flow Motion One, позволяющим снимать качественные снимки и видеоролики. Flow Motion One представляет собой ручку с креплением, которая помогает удерживать смартфон в неподвижном состоянии вне зависимости от интенсивности движений. Устройство позволяет снимать качественные видео без дрожания и смазанности кадров, которые нередко появляются при съемке на камеру с рук. Вес стабилизатора составляет всего 227 граммов. Программа позволяет при помощи одного тапа выделить объект съемки и автоматически следовать за его передвижением без необходимости корректировки направления движения объекта или положения Flow Motion One. Конструкция устройства состоит из трех компонентов для компенсации горизонтального, вертикального и вращательного движения. Каждый элемент имеет собственный электрический мотор, который приводится в действие мощной съемной батареей. Аккумулятор может работать до 3 часов в автономном режиме. Ручка Flow Motion One является съемной, что позволяет крепить устройство на любые предметы, например, на велосипед, шлемы, собственное тело и даже на домашних любимцев. Разборная конструкция обеспечивает портативность устройства, компоненты которого легко помещаются в карманы брюк или куртки. Стоимость устройства составляет $299.